Всем привет! Мы сейчас сели в поезд в Аэроэкспресс уже в России, рядом с Домодедом. Летим в Москву до вокзала. Вот посмотрите, как это выглядит. Вот там у нас уже экран, монитор, что-то идет, какое-то видео. Короче говоря, мы уже на месте, прилетели, теперь едем немножко. Будем менять поезда, будем менять вокзалы, но скоро мы окажемся на месте. Покажу, что сейчас снаружи здесь происходит. Ну, как зима, не зима, около 0 градусов. Прохладник, не 0, наверное, минус 3, минус 4. В общем, вот так все это выглядит в России. Просто для сравнения вам поезда. Как здесь, что почем. Ну, здесь уже есть русские слова. Русские люди уже как-то немножко попроще. Точнее, нам привычнее. Все, ребят, ждем следующее видео. Продолжение следует.